Ух ты, будет весело сегодня, да? Побежали. Леголенд мы приехали, да? Побежали навстречу к приключениям. Дракон нас встречает. Побежали дальше. По зеленым дорожкам. А здесь все сделано из маленьких деталей Лего. Там машина по мосту передвигается. Очень интересно. Она приехала в Урш-Аляра, да? Милаша запустила автобус. Теперь он... это школьный автобус. Вот теперь он везет арабских детей в школу. Да. Вот мимо таких башен. Круто. А вот еще есть автобус и туристический. Остановился. Колесо обозрения. Вот там концерт какой-то. Сцена там, зрители. О, здесь Бурдж-Халифа. Ох, какая она высоченная. А вот и метро поехало. Точно так же тихо, как в вагонах. Какая принцесса? Помаши ручки, ребята. Как ребята, ты нашла верблюда и кочевника. Твоего Лего девочка, помнишь ее? У тебя тоже есть в конструкторе такая. Обнимашки! Обнимашки!
какая большая лошадка, да? И овечка тут. Зайку нашли, да? Вот на зайку мы залезли. Да? Ну попрыгали? Попрыгали на следующий аттракцион. Кто спрятался под лавочку? Ку-ку. Ку-ку. Кто в теремочке живет? Ку-ку. Давай, спускайся. Иху! Побежали. Ну, а новые друзья, роботы. Два робота, да, Мила? Ты понимаешь, что они говорят? Привет, Милана. Милашка нашла новых друзей. Опять? Зайчики, мишки, лисичка. Съела акула? Нет. Нет, не съела? Милашка. Ты куда побежала? Нелегко, Милашка, дается это препятствие. Но мы все сделаем для того, чтобы покататься на горке. У-ху! Круто! Да, и на самый верх, только держись. Здесь очень высоко. Круто! Еще! Еще хочешь? Да. Привет! Ты что делаешь? Ты выкладываешь фигурку на доску? Да? Что это? Это пеленок маленький, да? Нет. Да, тебя дома. Чик. Давай. Все? Все? А это кто? Косточка? Ну давай, косточку тоже ставь. Вот так. Чик. Вот и кошечка. Ну все, пойдем. Вот и там. Вот такой у нас город получился. Так, нужна доска, да?